Играя в доту, обычный паблик, можно с несколькими целями, пусть то поднять общий скилл или же просто по фану, и Ability Draft тому не исключение, ведь для того, чтобы собрать тут очередную имбу, надо приложить весь свой опыт и знания по механике скиллов. Но иногда такие сборки удаются настолько удачные, что даже проигрыш вас не огорчит, ведь что может быть слаще подгорающей пятой точки вашего противника? Приветствую вас, друзья, с вами канал Имба Шоу, и мы начинаем. Давайте же взглянем на драфт скиллов, который преподнесла нам эта игра. Глаза разбегаются, правда? Ловите их обратно, ставьте паузу и пишите ваши имбо-связки, которые приглянулись вам с первого взгляда. Написали? Отлично! А теперь, с вашего позволения, вот что заметил я. Сперва загляделся на хорошую связку паутины бурды и Новый год от CM-ки. Правда, один минус, что паутинка нас привязывает к определенной области на карте, что не всегда позволит быть рядом с командой. После этой связки мои глаза увидели сразу 3 скилла. Даже если бы я не смотрел предварительно игру главного героя выпуска, то все равно бы обратил на них внимание. А именно, Астрал Пугны плюс Сайленс от Скаймага, и закрепляем это все хорошим прокастом в виде ультимативной способности Леона. Проверим. Четыре с половиной тысячи хп снимает за один прокаст. Вот уж точно палец смерти. Но наш герой пошел схожим путем, и давайте посмотрим, что с этого получилось. Верхнюю башню сессии это атакует. Вот такое интересное вомбо-комбо получилось у героя этого выпуска. И даже учитывая, что победили силы тьмы, мне кажется, Пугнов вдоволь пофанился и зарядился хорошим настроением. Но ролик подходит к концу, и это значит... Время пасхалок. В прошлом ролике я оставил для вас 3 пасхалки, но нашли только 2. И первую пасхалку нашел подписчик с ником Кентон.
Он заметил, что на этом моменте в углу экрана появился значок в виде логотипа канала. Следующую пасхалку уже во второй раз находит самый внимательный подписчик под ником Link. Он обратил внимание, что в начале видео вдруг появилась надпись «Вы можете выбрать до 3 имбовых способностей» вместо обычных способностей. Думаю, тут явно видна связь с названием канала. Принимайте мои поздравления, Кентон и Link. Присуждаю вам титул «Самый внимательный» по 23-му выпуску. Скоро я обязательно с вами свяжусь, чтобы передать ваши подарки. Ну а по третьей пасхалке отправляйтесь в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь и найдете там информацию, которая поможет вам ее отыскать. Ведь кто первый найдет последнюю пасхалку в 23-м выпуске имбо-шоу, получит не простой рарный сет, а одну из имморталок на выбор. Поспешите, друзья! И кстати, в этом ролике я тоже спрятал для вас пасхалки. Пишите, что вы нашли под моим первым комментарием, самый внимательный. А с вами был канал Имбо Шоу, ставьте лайки, подписывайтесь и тащите катки. Всем удачи!